На этом и без того узком из-за дорожных работ участке водитель маршрутки в погоне за пассажирами решил обогнать своего более вместительного собрата. В очереди стоять не захотел и полез, что называется, в наглую. После неудачной попытки правонарушитель совершил обгон по встречке через двойную сплошную. И пусть говорят, что наглость – второе счастье, но счастье это было недолгим. В городскую дежурную часть полка ДПС обратился гражданин, который стал очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения со стороны водителя маршрутно-транспортного средства на пересечении улиц Челюскинцев и Кутикова. Госавтоинспекция города Саратова по данному факту была назначена проверка, в ходе которой в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении. В отношении водителя за грубое нарушение правил дорожного движения, а именно пересечение двойной сплошной полосы, составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 5000 рублей. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.